Всем привет, с Айдонта, и сегодня мы продолжаем играть в Mantamag Mount. В предыдущей части мы опустили мост и даже прошлись по нему, дошли до пещеры, но теперь че нам нужен рычаг или что-то подобное, чтобы открыть вход в саму пещеру и узнать, что там творится. Ну, я так понимаю, тут этого всего мы не найдем, потому что эту локацию мы уже обследовали вдоль и поперек. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. А я сам себе не очень доверяю, так что я еще раз проверю. Да. Единственное, что я, кстати, тут... единственное, что я вижу нового, это то, что я забыл давно увиденное старое. Точнее, недавно увиденное старое. Так-с, ладно. Не все эти, кстати, открываются порфели. Самое интересное. Да. Кстати говоря, вот эти вот крупицы можно отключить было в настройках, но я их оставил для, скажем, знаете же, были такие кино интересные вообще. Вот с такими же крупицами. Ну, типа документальных, что ли. Вот я что-то решил оставить все-таки это. Там я не помню, была ли постобработка, но это ладно, пофиг. В принципе, это сейчас я уже не посмотрю, надо выходить из игры, чтобы это все посмотреть. А сейчас мне это не очень выгодно, потому что фиг узнает. Выйду я из игры, сохранится ли мой прогресс. А если не сохранится, то придется по новой все перепроходить. Но я так думаю, это все сохраняется, только там по чекпоинтам, я так понимаю, которые я недавно проходил. И, по-моему, у меня за окном там какая-то хрень летает. На самолет похожая. Главное, свисты не слышать. Если свист услышал, все пиздец будет. Если услышал самолет и свист потом. Это все. Это может сразу драпать. По возможности куда подальше. Потому что навряд ли вы выживете после взрыва мощного. Если, ну не знаю, какой-нибудь не росомаха. Так-с. Надо смотреть, тут может быть что-нибудь такое, что я не запалил. Сразу же надо это все смотреть. Вот, например, какое-то углубление, в котором что-то я видел когда-то. Кстати, там что-то похоже на лестницу. Окей. Так, тут точно ничего нету, а то я фиг его знает, может, что-нибудь пропустил. Так, ну тут я ничего не мог пропустить, потому что особо ничего и нету. Ага. Один из крестов святой Бригиды. Чуть не выпустил. Ну, хотя я навряд ли за всю игру их соберу. Потому что это надо точно помнить, где они находятся. Или, по крайней мере, убирать зерницы, то есть, и включать это, чтобы было посветлее. Потому что я сейчас хоть и вижу что-то, но если чуть темнее, то все. То я точно же ничего не вижу.
Если посмотреть, сколько тут лодок, катеров было уничтожено. Это пипец. Деревянная бочка. Я думаю, что-нибудь да где-нибудь вот в этом месте должно быть. Это предполагаю, кстати, насчет этих всех лодок и катеров. Ну или крейсеров. Но крейсеров тут нету. О, смотрите-ка. Что я не запалил-то сразу, а? А если бы я... О, еще что-то. Обломок весла. Обломок резного камня. Теперь надо искать резной камень. Господи. А, кстати, вы там в комментариях-то не забывайте писать мне какие-нибудь интересные инди-хорроры там. И, в общем, просто хоррор какие-нибудь. То, что есть в планах некоторые хорроры, но когда я до них дойду, фиг его знает. О, кстати, вот он, код от сейфа. Ну-ка, берем, чем записать, и пишем. 55, 10, 14, 22 или 92? Или 02? По-моему, 82 все-таки. Все, идем к сейфу. Кстати, вот насчет азбуки Морзе. Вот. Она, по сути, простая. Главное запомнить последовательность букв. Точнее, точка этих. Ну, как. Черточек и точек. Как они там расположены. В какой последовательности именно. Как? Вот там как, ну, как буквы обозначаются. И тут, в принципе, будет уже... Видите, кстати, когда я сейчас переключаю сенс, видите, как, блин, носится мышка. Вот, кстати, вот на первом сенсе она вот так. Вот на втором еще уже более-менее. Так, чуть промазал. Теперь, кстати, начало острова можно забывать про него. А вот до сейфа путь мы не забываем. Я чую, наверное, я многих еще возможностей игры не... Ну, да, наверное, многими еще возможностями игры не пользуюсь. Так, значит, 55. Первое. А, ой, господи, это 10 или 19? По-моему, 10 было. Называется, написал на скорую руку. Все, пиздец. По-моему, 14 и 82. Комбинация установлена. Кажется, комбинация не та. Может, все-таки это было 55-19, а не 10. Девятнадцать, 14, 82.
Кажется, комбинация не та. Давайте сходим посмотрим комбинацию еще раз. Ну, точнее, надпись на воротах. Может, я ее все-таки неправильно переписал? Я, кстати, по возможности, если не забуду, я такие неразличимые надписи буду пытаться писать в виде аннотации, если не забуду. То, что я сейчас еле их разбираю, я их читаю вслух. Ну, тут, например, это вообще, ну, чисто на английском, по-моему. Ну, кстати, угол поворота у камеры, ну, я имею в виду, по оси игреков. Не очень большая, вот по оси иксов она полная, так скажем. Так, 55 10 14 82. Опять же, вроде бы 82, может быть, какие-нибудь еще часы, блин. Не, ну, вроде бы то ли 02, то ли 82. Так, у меня, в общем, есть еще, так, 9 вариантов где-то. Нормально. Запоминается последнее, что было. Деревянная бочка. Реально запоминается последнее, что было написано. Немножко тупо, ну ладно. Бывает. Бывает. Пипец, я не засел, как всегда. Ладно, значит, еще где-то. Я, блин, как всегда не засекаю, блин, во сколько начал. Ну ладно. Так, это единственный код, который я... А, кстати, может быть, там как-нибудь лево-право действует такое понятие. Хотя, навряд ли в таких-то сейфах будет такое. Так, теперь либо 82, либо просто 2. Комбинация не та. Так, 55. 10. Ну, давай 92 попробуем. Кажется, комбинация не та. Ой, господи, а что ты... А какая это комбинация? Давайте попробуем еще раз. Значит, 55... Потому что у меня еще там есть такая мысль, что там могло быть.
10, 14 и... Ой, господи, ну 82 не подойдет, да? Да, кажется, комбинация не та. Так, ну, чё, давайте вернемся. Так, ну, конечно, это навряд ли. Двадцать восьмое, ноль девятое. Так, 28 сентября. Так, 28 09 19 92 там было. Ну, это даже не 92, тут на... Да, 92 было. Ну что же. Мы попробовали еще одну комбинацию. И ничего. А может быть, надо было прям с первого раза пробовать, типа, блин, защита. Теперь я не смогу открыть вовсе этот сейф. В общем, кстати, может быть. А это боёк. А, ну понятно, запомнилось последнее, что это клочок бумаги. Ой, господи. Немного тупо, но это... Ну, это ладно. Игра атмосферой тащит. Так, обломок весла. Куда бы мне его можно запихнуть-то? Было бы. Знал бы я. Куда можно его запихнуть? Кажется, чего-то не хватает. Может быть, это вроде что-то подъемника? Логично. Так, ладно, сейчас я перенажимаю все возможные кнопки. Главное нажать случайно на кнопку выхода из игры. Не, ни одна кнопка не работает. Ну ладно, сейчас вернусь. В общем, либо я что-то не понимаю, либо вы же нет. В общем, в чем прикол? Как бы тут должно быть не 55, а 57. Цифра. Это если чего, я чисто так. Ну, честно скажу, подсмотрел. То, что ё-моё, я сидел такой, смотрел, блин. Я уже еще за кадром раза 3-4-5 сгонял туда-сюда. Единственное, что я понял, то, что это 57 все-таки было. Первое, а не 55. То есть, как бы, отпечаток. Вот теперь у меня вопрос.
И это интересно во всех версиях игры, то есть и в русской, и английской, и немецкой, и там еще какие-то там были, по-моему, португальская версия даже была. Ну, я потом, наверное, за кадром, ну, когда я, наверное, буду чисто уже сам для себя перепроходить эту игру на всех остальных языках. Или, по крайней мере, этот момент смотреть на всех языках, которые доступны в игре. Я буду смотреть, реально это только в русской версии такое, или, блин, это просто такая хрень. Так, 57. Пробуем, потому что я чисто вот именно этот момент прохождения посмотрел. Не больше. 82. Кажется, не та комбинация. Так, еще раз. Конечно же. Так, у меня есть NPG же сохранилось этот сайт, да? Так, ну вот, сейчас. Так, ну вот, код. Отворот. Так. Числа 57, 10, 14, 82. Стоять. Введите сейф, в котором находится слева, и смотрите на запертые ворота. Стоять. То есть это как бы... Стопы. А ну, стопы, стопы, стопы. Это что, не тот сейф, что ли? Ну-ка. Не, ну если это не тот сейф, я сейчас охренею. Сейчас посмотрим. Слева от ворот. Сейф слева от ворот. Так, это значит, то есть получается... Тут еще сейф есть, да? Сейчас я всю эту левую часть, блин, прочешу. Слева от ворот. Блин, вот на таких моментах уже приходится прохождение сочетать. Да, реально, вот он сейф. Который надо вводить. Так, сейчас я попробую сначала тот код, который написан на воротах, именно 55, 10, 14, 82. Потом уже попробую именно тот код, который... Мне написали в прохождении. Так, комбинация установлена. Сейф открылся. Значит, там нифига не 57 было, а 55. Странный вид винт с отверстием.
Кажется, дверной механизм собран. Открывается, если так подумать-то. И винт закручивается. Только, конечно, я, кстати, не понимаю, зачем прятать был этот винт. Достигнута контрольная точка. Окей. Опа-на. А, слушайте, а там была подсказка. Во-первых, на сейве. Во-вторых, я не понял, что это сейв, скорее всего. Когда я туда поднимался. Во-о-о. То, что там было написано, то, что в сейфе спрятано-то. Вот это я, конечно, шпих. Такой шпих. Смотрите, какой-то ребенок. Похоже, кстати, на того, который этот был. А, нет, это разные дети. Или это тот же? Это нет, это один и тот же. Значит, это Питер. Сентябрь 92-го. Питер, 92-й сентябрь. Питер Аллен Бёрд. 93-й, по-моему, было написано. Питер, тоже 93-й, это один и тот же пацан с плечом. И... Аллен Бёрд, ну это наш уже персонаж. По-моему. Ну, я так предполагаю, тоже 93-й год, кстати говоря. Имя затерто. Я предполагаю то, что это... Тот пацан призрачный, это наш сынок, говнарь. А это мы. Бородатый, правда. Немного в грязной дюжи, ну ладно. Нужно запомнить... Нужно запомнить. Сейчас такая еще надпись, блин, должна быть здоровущая. Надо запомнить просто вообще на весь экран, блин. Смотрите, это... А это клавиатура, кстати говоря. Возможно, от пишущей машинки когда-то. Ловушка для крабов. Это ловушка для раков с мидом. Нет. Ладно, давайте, в общем, я еще тут поисследую. Может, блин, тут что-нибудь валяется, я не видел. Давайте справа налево. Чьи-то воспоминания, это, скажи, твои воспоминания-то. Неплохая фотография. Ушки для крабов. Так. Все, задания больше нету. Для меня самого.
Давайте посмотрим, что было в той записке написано. Может, я ее не читал вообще. На влетке я ее должен был прочитать. Так. Писать здесь. Да. Это я, значит, тупо уже забыл про этот сейф. Точнее, не забыл, а может быть не разглядел, я тут подумал. То, что ящик это какой-нибудь. Ну что же. А, у нас есть только одно закрытое место. Это около сейфа того первого. Теперь наша задача попасть каким-нибудь макаром туда. Так, ну обломок камня не пихается, значит, это не то. Надо смотреть еще на землю. Ну не только на землю, вообще везде смотреть, а то вдруг я что-нибудь упущу. Окей. По плану, может, что-нибудь открылось там уже сзади. Возможно, открылось. Так, и тут, конечно же, открылось. И тут уже записка. Так, на фотографии островов Монтега выглядит потрясающе. Питер ждет, не дождется, когда сможет исследовать живность в лужах, в камне, в пещере, у берега. Большая часть них, наших вещей осталась в Лондоне. На острове мы будем жить в маленьком однокомнатном доме. Скон Маллигана. Почему-то мне хоть хотелось прочитать Магеллана. Это по плану уже четвертая. Это третья глава, если не ошибаюсь. План идет уже. Так, и нам дают три пути тоже, по-моему. Слишком долго мы игнорировали изъян в душевном здоровье, думали, что все пройдет само собой. Ну что, давайте справа налево. А, нам тоже предлагают сразу же заправить генератор. Ну, он заводится же по-другому, я знаю то, что... Это ладно, это старый еще вид генератора, так что ладно. Не буду я говорить, там заявлять про то, что как бы так вытоплен. Так, это я назад иду. Так, у нас теперь осталось только два пути, по которому можно пройти. Не достался один путь, по которому можно пойти. Ну как бы этот путь просто закрыт. Так уж и будем иметь его тупо в виду. То, что он как бы есть. Что-то не хватает. Ой, только не говорит то, что мне теперь эти камешки. Да, я был прав, нужно камешки искать теперь. А, да, одна из дверей там уже открылась. Ну что, поздравляем. Поздравляю, точнее. Теперь наша задача найти еще 4 кусочка или 3.
А теперь кусочек я без понятия, где могут находиться. Так уж сейчас будем мы долго и нудно бродить по местам и высматривать все абсолютно. Ну чё, вернемся в самое начало и будем просматривать по возможности все, что можно. Потому что вдруг что-нибудь упустили, блин. Конечно, навряд ли нас бы послали так далеко. Потому что обычно предметы для задания дают не дальше, чем 100 шагов. А, кстати, по плану мы уже должны были давно пройти километр целый пешком по всему этому острову. В поисках яиц Чингисхана. На самом же деле вообще просто. Так, ладно, давайте смотрим. Они предметы в основном подсвечиваются. Ну и еще также надо посмотреть все, что похоже на плоский камень. Такой очень плоский. Камушек. Навряд-то найдем все-таки. Их в данный момент. Да. Так, ну я думаю, то, что если этажи они где-нибудь и разбросаны, то навряд ли они будут лежать уж так уж далеко друг от друга. Навряд ли. Потому что, ну, это тогда очень садомазохично будет. Искать это все. По всему острову, блин. Хоть фиг его знает этих разработчиков, но я предполагаю то, что они так уж далеко не могли все разбросать друг от друга. Потому что в основном, заметьте, все друг от друга по сути не очень далеко было. То есть, по сути, либо в ближайших местах, либо прям их локациях. Значит, по плану, где вот сейчас я хожу, тут ни одного камня не должно быть. Еще фигак с риска 2 найду. Вот это будет вообще мощно. Ладно. Сейчас сядем поближе.
и попробуем что интуить, блин. Навряд ли я хоть что-нибудь я увижу. Ну да, если я стою долго, то предмет просто подсвечивается. Так уж будем идти, останавливаться. Окей, ну тут точно, значит, нету. Как мне уже эти тона мозолит глаз, вы просто не представляете. А вот тут уже надо осматривать все как следует. Ну, конечно, может быть не тут. Но очень даже может быть. Вот я не удивлюсь, если один из кусков будет то в сейфе том. Нет, просто не удивлюсь. Да. Кажется, чуть не хватает лишь на деревянная рамка. Кажется, что-то не хватает. Ага, то есть левая кнопка мыши запоминает последнее действие, которое было как бы не завершено. А правая запоминает последнее напоминание. Теперь ходим тут, смотрим. Я тут еще сижу, замолчал, думаю, ну может, блин, сейчас сосредоточусь, нифига подобного.
Да. Ладно, если эта серия так же будет долго, и пофиг уж. То, что... что блин, я не понимаю нифига просто. То, что кресты юзабельные. Угу. То есть как бы он подсвечивается, да? С двигаться. А, даже если двигаться, он подсвечивается. Так уж, блин. Я не мог упустить нифига. Так, ладно. А реально нет ничего, блин. Ну что же, давайте тогда на этом закончим данную серию и продолжим следующий. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки по игру всем ВКонтакте. И всем пока.